Здравствуйте, мои дорогие друзья! В этом видеоролике я хочу вас познакомить с навесным опрыскивателем Бодили Ультра Плюс 1000. Штанга имеет ширину захвата 18 метров с полной гидравликой на подъем, опускание и на раскладывание. В данной комплектации установлены специальные балансиры. Вот эти балансиры нам необходимы для стабилизации работы штанги. И можем управлять ими с помощью горизонтального гидроцилиндра. На штанге установлены латунные форсуночки. Вот можем их наблюдать. И с каждой стороны, слева и справа, мы видим дополнительные форсуночки такого типа. Значит, дальше. В верхней части опрыскивателя мы видим пружины. Эти пружины нам необходимы для стабилизации работы при подъеме и опускании штанги. Фильтры для грубой очистки на каждую секцию штанги. Значит, в данной комплектации мы видим вот бак для чистой воды. Бак для чистой воды. И с другой стороны кран для мытья рук с баком для чистой водички. Вот здесь. Значит, дальше. Установлен смеситель для приготовления рабочего раствора. И с клавишами для его регулировки. Итальянский насос производительностью 153 литра в минуту, 4-мембранный насос с функцией самозакачки. Распределитель. Вот на нем мы можем переключить функцию самозакачки, включить. И основная работа. Значит, можем регулировать давление и перекрывать каждую секцию. Значит, дальше. Это у нас блок для управления гидравликой штанги. Специальный поплавок для уровня жидкости в баке.